Приветствую членов Священного Синода. Благодарю, что вы снова в экстренном порядке собрались для того, чтобы нам обсудить очень непростые вопросы, связанные с тем, что происходит сегодня вокруг созыва Всеправославного Собора. Поступает различного рода информация. Целый ряд церквей отказывается от того, чтобы поехать на Собор. Есть большая критика, касающаяся документов. Мы уже с вами имели возможность встретиться и поговорить, и обсудить. И вот когда Болгарская церковь объявила о своем неучастии в соборе, мы собрали экстренное заседание Священного Синода. В последние дни еще две церкви официально отказались от участия в соборе. Это Антиохийская церковь. И это грузинская церковь. А сербская православная церковь выразила мнение о необходимости переноса сроков собора. В этой ситуации возникла необходимость снова созвать заседание Священного Синода для того, чтобы принять окончательное решение, ехать нам или не ехать на Всеправославный собор. Сегодня мы эту ситуацию обсудили. И приняли решение о том, что в случае неучастия упомянутых церквей мы не сможем участвовать во Всеправославном соборе. Потому что собор этот в таком случае уже не будет всеправославным. Консенсус на нем не может быть достигнут ни по одному из вопросов. А следовательно, единственным решением является перенос сроков этого собора. С этим предложением мы и обратимся к патриарху Константинопольскому Варфоломею.